Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккайдо, и добро пожаловать в Сабнотику. Врываемся в эту замечательнейшую... Эй, ты можешь там не орать, а? А? Где ты, блин? О, зараза. Повой мне там. Значит, да, господа, возвращаемся в эту замечательную игру. Все думали то, что я ее забросил. Это не так. И, кстати, я в прошлом... Я уже, честно говоря, забыл, на чем мы с вами остановились толком. Я помню, что мы нашли что-то очень классное, что я хотел собрать и сделать. И давайте, кстати, поменяем металлолом на титан. Да. Титан — полезная вещь. Опа, еще немножечко титана. А металлолом довольно бесполезный. Господи, ты громкий. Окей, давайте посмотрим, у нас здесь меню, очень много титана, мы можем попробовать его положить в шкафчик. В целом, блин, смазка нам еще пригодится. Если вы знаете, о чем я. Нам бы новый шкафчик, на самом деле, мы можем что-нибудь сделать здесь. Почем шкафы сегодня? Настенный шкаф, всего два титана, давайте воткнем его куда-нибудь сюда. Жух. Подождите, а вот эту штуку справа мы можем что-нибудь класть? Мы же можем в нее что-нибудь класть. Просто все туда положим, батареи и так далее. Я потом займусь сортировкой какой-нибудь, и все в таком духе. Медная руда. Так, что у нас значит по нашей статистике? Нас еды не хватает. Оп, what the fuck сейчас произошло? Невозможно разобрать. Я не пытался ничего разбирать, перестань, что тут... О мой бог. Нет, у меня не должно быть здесь стены. What the fuck? Сабнотика, чё? Где моя мать твою стена? Комната сканирования. Я не знаю, возможно, я на Q случайно нажал. Потому что так оно и работает. Спасибо, спасибо. Мы закончили сканирование на фрагменты, только что оно сканировало. Видимо, ни одного фрагмента вокруг нет. Что мы можем сделать еще? Ящик с данными? Давайте попробуем посканить на наличие ящиков с данными. Плюс с камерами. Чё с камерами? Нет соединения. Это прям как у меня в реальной жизни, то есть я имею в виду, типа, та же фигня. Реально, не могу Google открыть в последнее время, ничего такого. Короче, забей какой-то. Есть что-нибудь новое? Или я это уже слышал? 19-й вроде еще не было. Угу. Посмотрим, пока он там говорит, мы посмотрим, что хотят сделать. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Okay. Transmission origin coordinates downloaded. Okay. Signal location uploaded. У нас есть местоположение того места, откуда оно было отправлено. Тем не менее, у нас нет информации о том, где кон... What the fuck ты там делаешь? Перестань! Эй! Что ты делаешь? Боже мой. Видимо, у него хороший день сегодня. Что бы ты ни было, у него хороший день. Что-то очень крутое, я, честно говоря, вспомнить не могу. Биореактор. Три титана, комплект проводов и смазка. В целом, можем его собрать. Органическую материю в энергию. Я не знаю, ее рыбы, что ли, надо кормить или... Короче, хрен знает. Комплект проводов, давайте посмотрим. Что нужно для того, чтобы собрать комплект проводов? Тоже быть где-то наверху, это одна из основных таких вещей. Серебряная руда. What the fuck? У меня должна быть эта штука, да? Серебряная руда. Раз, два. Окей, и смазка у нас есть, и комплект проводов в целом. Значит, берешь стакан укропа, потом серебряной руды. Охапку дров и комплект проводов готов. Да. Старый мимоз, многие не помнят. А дальше что нам требуется? Смазка и титан, да? Биореактор. Биореактор, смазка и титан. Окей, возьмем титан, возьмем смазку. В обратном порядке я это сделал, тем не менее. И что, давайте построим, что ли? Правая кнопка мыши, биореактор. Воткнем его сюда, нет? А сюда? Прям в комнату сканирования, не? Нет, так оно точно работать не будет. Нам нужна какая-нибудь классная комната. На втором этаже у нас есть что-нибудь? Нам вообще хватит места, чтобы построить такой вот блок. Куда он ставится вообще? Давайте выясним. Без понятия, нам никто никакой информации нормальной не дает. Возьмем... Где титан у меня лежит? Здесь. А, нет. Здесь. О, да, у нас много титана. Давайте расширять базу, что ли. Переложим золото обратно. Золото с собой я не беру. Опасно сегодня на улицах вообще, в принципе, в последнее время. Так, многоцелевая комната. Вот она нам-то и нужна, насколько я понимаю, да, чтобы воткнуть туда биореактор, вот точно она круглая. Хм, я так думаю, что это как раз-таки
Так и есть. Так, ладно, что мы еще можем сделать? Просто я реально что-то нашел очень крутое, я вот вспомнить не могу. Аквариум, стекло, титан, Что еще? Окно, усиление корпуса, это все пока не интересно. Прямой стеклянный отсек, вот это классная тема. Да-да-да, и нам надо еды найти в ближайшее время. Ой, это мой желудок, скорее всего, был. Лазерный резак. Вот это классная вещь была бы, да, мы могли бы открывать тогда разные двери. Скорее всего, лазерный резак-то я и хотел. Пещерная сера и алмаз. Алмазы хрен где найдешь, я без понятия, где можно найти алмазы приложить. Давайте что это дело перетащу вот сюда, но с чем у нас все готово для биореактора. Ну ладно, пойдем, найдем еды себе, немножечко темнеет, по чуть-чуть. Поэтому айда искать еду, какую-нибудь полезную. Вон там еда плавает. А ты, кстати, много калорий даешь. Ну-ка, стоять. Иди сюда. Да-да-да-да. Одноглазое существо. Я думаю, что мы его уже находили. Лопаточник. Да, мы его уже находили. Я хрен его знает. Может, я не сохранился? О, вот, летяга. Летяга очень-очень много дает калорий, и это замечательно. У нас, кстати, воды есть немножечко с собой, поэтому мы можем как раз-таки поисследовать в ближайшее время. Да стой ты, где ты? Стой, бумеранг. Молодой бумеранг. А, молодой бумеранг, стоять. Подождите. Вот так вот. И тебя еще, тебя. Тебя взять нельзя, насколько я помню, да? Тебя можно только порезать, потому что ты агрессивный. Хотя, может, и нет. Я не знаю. Но, тем не менее, еды нам хватит. Жадничать тоже не стоит. О, красиво было, правда? Окей. Так, айда. Наварим себе щей. С летяги. Щи из летяги. Соль. Еще одного бумеранга приготовим. Этого слишком много еды. Блин, я что-то понабрал на самом деле. Но сырая она еще быстрее испортится. Мать твою, у нас реально много бумерангов. Я надеюсь, что это был последний. Нет? Окей. Окей, это был последний. Хрум. 102%. Нормально. Что у нас будет с собой немножечко еды. Окей. Айда искать фрагменты многоцелевой комнаты, потому что она интересная. Это, по-моему, кусок биореактора, если я не ошибаюсь. Может, какого-нибудь еще другого реактора. Да-д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 а. Биореактор. А титана получим с этого всего дела. Мы, кстати, можем себя просканировать. Потому что, как вы помните, мы, по-моему, заразились, если я не ошибаюсь. Было какое-то такое сообщение, типа, мол, в воде какое-то дерьмо находится. И я такой, окей. И все. Нужен ли нам фонарик, кстати? Но у нас есть фонарик на этой штуке. В принципе, здесь ловить нечего, есть такая информация. Нам нужна многоцелевая комната. Она, наверное, где-то в начале будет. У меня есть такое ощущение. Хотя, может, и нет. Никогда не знаешь, короче. Всегда полный рандом. Но мы можем двинуть к нашей спасательной капсуле, благо она не так далеко, всего 500 метров. По заряду у нас все в порядке, кстати. Мотыльки мы его перезаряжали в прошлом эпизоде. Блин, я скучал по этой игре на самом деле. Что-то как-то не тянуло, а вот сейчас я просто вот вернулся и такой... Я скучал. Так, где здесь могут быть обломки? Это хороший вопрос, который вы сейчас мне задали. Может быть здесь? О, what the fuck, эти ублюдки, которые взрываются постоянно. О, мать твою, я слышу, как он летит за мной. Странный камикадзе, О, нет, их здесь много. Здесь мы можем зацепить пещерный. Поэтому давайте этим займемся, когда они закончат своими делами. Бу-бум. Выглядело здорово. И вот здесь как раз-таки хранится сера. Ебой. Я помню, как в первом эпизоде я ее очень долго искал, то есть, реально. Кварц у нас здесь, кварц не очень интересный. Так, ладно, в принципе, мне больше здесь-то ничего не надо, это я так жадничаю просто. Забираю все, что мне подворачивается под руку. Нам, кстати, здесь надо поднабрать пузыри, или как они там? Блин, постоянно забываю рыбу, которая дает нам воду, вот эта розовая хрень. О, what the fuck? О, мой бог, боже. Окей. Было не очень здорово. Плавник, по-моему, называется, нет? Пузырь все-таки. А, нет, поплавок есть. Плавника нет, поплавок есть. Ну, у них у всех есть плавники, но есть поплавок. Вот. Здесь обломки. Но эти обломки мы уже видели. Многоцелевая комната. Вот где может валяться многоцелевая комната? Можно, кстати, сплавать на место там, где у нас...
радиопередача была последняя, 19-я, по-моему, да? Это 13-я капсула, вон там 19-я. 1150 метров, жопа. Где Аврора? Слева от нас. Окей, главное, чтобы мы не плыли в сторону Авроры, и я, в принципе, буду доволен. Возможно, там что-то есть, потому что капсулы... Рядом с ними бывают обломки, может быть, мы по пути что-нибудь найдем. Вон там глайдер, кстати, есть. Неинтересно. Аварийный источник питания у нас там в доме подрубился, потому что ночь наступила, а мы на солнечных батареях. Это дело такое. Блин, как же я скучал. Кто-то там вообще в песок за... О, мой бог. Тут хотел сказать, что кто-то в песок зарылся, а эти ребята любят песок, я их помню. Они чуть агрессивные, но мне они нравятся. Вот. Место последней передачи от второго помощника Кина. Кин. Классное имя. Классное имя, Кин. Правда, насколько я понимаю, мы ни с кем общаться реально будем, как бы реально не будем. Мы будем слушать только записи и вот это вот все. Уф, плохое место. Не хотел бы я сюда. Хотя где рифы плавают, там обычно безопасно. Но это из моего опыта, по крайней мере, точно я сказать не могу. 200. Блин, он же прям в самый... Это глубоко, короче. Нам нужен апгрейд на глубину для нашего мотылька. Я не помню, мы его находили или нет. Так, рифы еще плавают, нет? Вот когда так тихо, это самая задница. Знаете, что еще самая задница? Это вот когда, блин, вот эти места, они находятся вот в таких местах. Надеюсь, что я нормально объяснил. 183 метра. Не, мы можем туда сплавать, я даже дно вижу. 193 метра, мы ниже не... О, мать твою! Мы ниже не можем, к сожалению. 199, понимаешь. Okay. 100 метров, я вижу ее или... О, да перестань, 203, ты уже начинаешь, блин, делать мне мозги, поднимайся. О, мой бог. Я начинаю паниковать в таких ситуациях. 199, окей, я доволен. Нет, стоп, я вот так, хорошо. Хорошо. Чуть двинули, 99 метров. Не так много. Мы же были в подобном месте. Только здесь засасывало все это дерьмо. Окей. Фак, я даже по сторонам не посмотрел толком. Что здесь? Ящик. О, мой бог. Выглядит странно. Сверхвысокой емкости? О, да, мы сможем плавать дольше, этот топчик. Так, а КБК? Окей, теперь у нас есть место встречи, правильно? 30 секунд. Окей, хорошие звуки, все это дело. Они меня периодически пугают, честно вам признаюсь, но тем не менее. Пак. Странно, что в мотылек ты залезаешь, как бы левая кнопка мыши, а выходишь кнопочка Е. Так, ладно, давайте разбираться, что у нас и где происходит. На борту поставлены пассажиры. Ой, там. Точка встречи Авроры суша. Здесь где-то остров есть. Мы нашли остров! Боже мой, мы нашли остров! Офигеть! Офигеть, то, что я слышал, здесь, правда, левиафаны есть. Но мы прямо под островом сейчас на данный момент. А как он вообще держится? А что, здоровый пузырь, что ли? Он на нем, типа? Это фак, я даже разбираться не хочу. Но от него отваливаются куски, и, скорее всего, этот остров долго не продолжится. О, мой бог. Я знал, что он где-то за Авророй, но где конкретно, хрен пойми. Блин, топчик. Суша, наконец-то, что-то помимо воды в этой игре. Офигеть. 143 метра, оп, не зацепить бы землю. Может быть, мы здесь что-то интересное найдем. Блин, вот это топ. Это реально круто. Просто ворвался в игру, думал, что сегодня, ну, мы так пособираем что-нибудь с вами. А мы нашли остров целый. Офигеть. Окей, 60 метров. Где-то здесь пришвартуемся, пожалуй. Нормально будет. Не тони мотылек. По-моему, вот каждый раз он, по идее, должен загребать нормальное количество воды. По-хорошему. Правильно? Фак. Мотылек. Не могу на нем постоять толком. Это значит, что у нас будет сопротивление какого-либо рода. Блин, я надеюсь, что у них нет автоматов или чего-нибудь. Окей. Мы на острове. Блин, как странно ходить в этой игре. Забей просто. Окей, как бы выбраться-то отсюда? Блин, я так делал в... Где так делал? В Скайриме я так делал. Здесь это так не работает особо. Блин, хорошее место для парковки на самом деле. Блин, просто хрен вылезешь отсюда. Очень странно видеть наверху 0 метров тоже. Оу, тише.
Там мост, кстати. Мы можем как-нибудь вот так вот сделать, нет? Руки уже, он вниз опустил. Типа сейчас солдатиком нырять будет, вернее, рыбкой. Охренеть можно. Окей, окей. Мы делаем наш прогресс. Блин, мне кажется, там было лучше место, чтобы сюда забраться. Уверен, что оно есть. Просто я дебил, блядь. Окей. Давайте двинем в этом направлении. И... да, окей. Где там эта точка встречи? 60 метров она была. Вон она. 48 метров. Где-то под островом, что ли? Нет, там написано было «суша» в скобочках. Значит, «суша». Нашел это место. Блин, топчик. Это просто дыра в острове такая, пацан. Окей. Окей, а что будет, если мы типа это... Я не могу его порезать, кстати. А, не могу. Не, ему плевать, судя по всему. Не буду тогда заморачиваться. К тому же я не хочу утопить остров. Вот оно, КПК. Ну, место встречи. Давайте послушаем. Это прям как Телеграм. Ой, то есть какой-нибудь другой мессенджер, который не заблокирован, извините. Так, оно на английском. Мы должны вернуться на борт «Авроры», починить дальнюю связь и связаться с другими выжившими. А можно на него вернуться? Мы Встреча не удалась, прихватил передачу из штаб-квартиры Альтеры. Похоже, что они отправляют пакет данных на «Аврору». Нас прихватил хищник класса «Левиафан», прежде чем мы добрались до корабля. Считайте, что техдиректор и я пропали в море. Будьте осторожны, Кин, конец связи. Окей. То есть на «Аврору» можно забраться. Окей. Или мы забирались туда? Блин, я помню, что мы где-то лазили с вами. Короче, хрен знает. Мне кажется, что на этом острове может быть что-то интересное. Типа свинок. Блин, было бы круто, если бы здесь были бы свинки. Розовочепец. Вот так. Нормально. Мне кажется, что на этом острове что-то есть интересное. Ну, или должно быть, по крайней мере. Вон она, Аврора. Давайте его поисследуем, что ли, немножечко. К тому же здесь какая-то живность вроде как должна быть. Мы чем-то трясем, типа связки ключей здоровых, ну, типа, не знаю, водянка. У нас тело есть, офигеть. Ну, вернее, его больше видно. Это традиционный костюм, который мы с вами сварганили. Мы бегаем в ластах, кстати. Наверное, это весь тот титан, который я таскаю. Или металлолом, что у нас там было. Титан, да. И пузыри. Так, для чего вообще нужны инопланетные флоры? Их надо просканировать, что ли? Да, их, наверное. Давайте просканируем. Чем они могут быть полезны? Наземный грибаш несъедобен. Ну, несъедобен, значит, до свидания, правильно? Зря я их сорвал. А ничего, они вырастут. Но это не точно. What the fuck, они до сих пор продолжают сваливаться отсюда. Окей. Что-то я пока ничего интересного не наблюдаю. Такой заброшенный... Заброшенный остров. Но наверху что-то есть явно, поэтому давайте двинем туда. What the fuck? Ты как хэдкраб из... он делает те же вещи. Боже мой! Они агрессивные, насколько я понимаю. Мать твою. Черт возьми. Как наверх забраться здесь? Сразу так тихо стало. Вон она какая-то типа база. Или я ее в другом месте видел. Короче, я не уверен. Скорее всего, еще одна здесь есть. Давайте двинем на ту. Кто-то на земле решил все это дело сделать, но почему оно. Что ты такое? Пещерный ползун. Да дай просканировать. Окей. Братан, не, это драка, давай драться. Мать твою, иди сюда. Ублюдок, мать твою, я тебе все лапы поотрезаю, нахрен просто. Я слышу еще одного. Вон он там в доме. Так, ладно, окей. Мраморная дыня. Окей. Наружная грядка. Мы можем много чего просканировать здесь. Топчик. А это что такое? Китайский картофель. Прикольно. Давайте просканируем. Блин, у нас полный инвентарь. Фак. Окей. Прожектор. Прожектор. Прожектор — это топ.
Так, давайте возьмем, блин, нож, потому что я знаю, что там этот ублюдок где-то рядом. Ну чё, давай раз на раз, а? Чё, кого? Ага! На! Ух ты, блин, боком стоит и все равно жалит. О, паскуда. На! Окей. Окей. Что у нас здесь? Батарея. Ой-ой-ой. О, перестань. Дигази. Я почему-то прочитал Дизигн. Не знаю почему. Ууу. Ящик. Сверхскользкие ласты. Зачем? Типа быстрее плавать? Не уверен. Что это такое? Живая стена. Я хотел просканировать эту хрень снизу. Что-то мы еще могли, нет? Переборка. Че? Это вот здесь. А! Ага. Давай. Блин, как же она долго сканируется. Окей, давайте. Нифига себе он место занимает. Еда, вода. Окей, давайте съедим о нем. Употребить. Фига. Выпьем водички. Употребить. Нахрен этих бумерангов выбросить, выбросить, выбросить. Ух, нифига, мраморная дыня дает, блин, прям хорошо так. Хорошо. Окей. А, бумеранги полетели вниз. А, я с чего вокруг со сканером бегать буду на всякий случай. Потому что, блин, никогда не знаешь, что ты зацепишь. Что такое переборка, мне тоже интересно. Так, здесь ничего интересного вроде как. У-у-у. Как внутрь туда попасть? Может, сверху что-нибудь открыто, давайте. Посмотрим, посмотрим. Тут явно камни проломали все это дерьмо. Опа, многоцелевая комната, да, бой! Нифига, я только говорил об этом. Охренеть можно. О, да, это значит, что мы можем сделать биореактор. Офигеть, вот это эпизод будет, реально. Вот это эпизод. Чё, где... О, это что такое? Пурпурная скрижаль. Что ты такое? Выглядит неплохо. Это вот это какая-то инопланетная хрень? Данное устройство на основе углерода легче, чем выглядит, и имеет символ, напоминающий букву Ю, горящий фиолетовым. Несмотря на то, что встроенный источник питания еще работает, нарасты водорослей на наружной части устройства указывают на то, что наброшено тут сотни, может быть, даже тысячи лет назад. Фига себе, кто... Это же вроде как вот люди строят вот это вот все дело, да? А мы можем его взять? У! У! Ну там краб стоит. Охраняй. Просканируем себя быстренько. Просканируем краба. Не можем просканировать краба. Окей, у нас есть многоцелевая комната. Это что просто? Так, а давайте двинем наверх. Потому что там вот эта вот башенка, она мне интересует. Здесь мы вроде как закончили, насколько я понимаю. Не очень хочется мне бегать по всему острову, но те вещи, которые я сейчас заметил, да, типа... Ну, если что, мы знаем, где он находится. Если что, вернемся сюда обязательно. Типа, это прям вот за Авророй. Ну, там мотылек наш внизу. Фак. Окей. Да забирайся ты наверх. Блин, здесь есть нормальная дорога, что я делаю? Правда, она прям... Очень близко к краю. И это не здорово. Уф, прям очень близко к краю. Что с Авророй происходит? Через нее как будто облака проходят. Хм. Окей. Мы почти нас... А, вон она вторая, да-да-да-да-да. Значит, их две все-таки было, потому что я уверен, что та ближе была. Чё? Что-то горит, что ли? Блин, а как насчет базу здесь построить? Так, что-то сканировалось. Обсерватория. Обсерватория! Блин, будет здорово, если можно под водой строить. Прикиньте, просто такая вот здоровая хрень. Прям под водой. И ты смотришь на весь окружающий мир. Блин, топчик. Я уже хочу переезжать с того места. Композитный горшок, давайте просканируем. Надеюсь, что здесь нет крабов. Окей, китайский картофель, мраморная дыня. Маленькая мраморная дыня. Можем ее пересадить как-нибудь? Хм, интересно. Вращающийся стул! Ае. Так. Расположение жилища. Давайте почитаем быстренько. Это остров, просто находка. Выгляни в окно, здесь нет хищников, есть свежая пища, нет стройматериалов, от корабля ничего не осталось. Малец говорит, что без дополнительных грядок мы будем голодать. Это так, отец, единственная скорость роста слишком мала, чтобы поддерживать нас. Что я говорю, это то, что океан нас окружил. Прятаться бесполезно. Рано или поздно нам придется намочить ноги. Может быть. Раньше вся ваша жизнь проходила в драках, Мейден. Но я принял решение. Хотите лишиться вознаграждения за опасные условия только ради того, чтобы плавать так и дерзать? Поверьте мне, я об этом думаю.
И вот, скорее всего, третья часть вот этого всего дела находится в другом месте. Сын, я сказал, подожди, пока стихнет буря, твоя жизнь ценнее для меня, чем какая-то грядка с травой. Окей, корабль, капитан, так далее. Отец был капитаном. Нашла я снаружи часть другого корабля, таких ограждений он даже не поцарапал, не играй с ней, она может быть ценной. Расслабьтесь. Она светится. Блин, а, они нашли вот эту вот скрижаль, насколько я понимаю, нет? Интересно, короче. Вот это, блин, походу, самая высокая часть острова. Здорово было бы, если мы здесь начали строиться, но, видимо, нет. Видимо, нет, потому что мы соскальзываем понемножечку. Кстати, мы можем посмотреть на окружающие все места, но я больше как бы ничего толком-то и не вижу, помимо еще одной постройки вон там наверху. Короткий путь сюда будет вот так, по-моему. Окей. Я не знаю, откуда здесь люди, типа, я думал, что мы первые люди, которые здесь оказались. Хотя, может, и нет. Может быть, это просто какой-то круизный лайнер, который сюда прибывает периодически, и вот это вот все, и он разбился. И помощи нам стоит не ждать, или это какая-то очень далекая планета, куда отправили экспедиции, вот это все в таком духе. У нас очень много данных есть, которые я толком-то и не читал, на самом деле, вот. Но мне кажется, у игры довольно такая широкая история. Или вот это самая вот высокая точка. Опа, я покорил остров. Офигительно. Блин, мне кажется, что вон там вдалеке земля, но нет. Похоже, это единственный остров, который здесь есть. Какая аврора здоровая. Я на самой высокой точке острова, и аврора все равно выше. Она очень большая. Представьте просто вот отсюда и до самого низа, и еще выше. И вот это все какие-то жилые помещения, какие-то, ну, просто корабль, да, который реально летит куда-то. Офигеть просто можно. Так, тем временем вечереет. Можем подрубить фонарик? Оде. Что это? Бутылка воды? Спасибо. Спасибо. Что, дождь собирается? Это что-то горит. Я не знаю, короче, что происходит. Окей. Мы не можем здесь ничего просканировать? Ууу. Папоротниковая пальма. Полагаю, что мы здесь можем различных вещей... Лампион. Что это такое? Что это такое? Фрукт в форме фонаря, съедобный. Потребить. И он даже воды пополняет. Блин, топчик, на самом деле, полезная штука. Давайте просканируем. Воксельный кустик. Воксельный кустик звучит как пиксельный кустик. Я не знаю, о чем это все. Папоротниковая пальма. Туда-сюда. Во, лампионовое дерево. Топчик. Так, что еще? Чаша Яффо. Хм... Местные формы жизни. И внутренняя грядка. Внутренняя грядка нам пригодится, да? У нас уже была какая-то грядка. Окей, мы возьмем еще парочку вот этих штук. И я застрял, окей. И двинем обратно. КПК здесь лежит, вот что светилось. Да. Первый раз за многие месяцы я вижу солнечный свет. Все это время, проведен в глубине, мечтал о нем. А теперь, когда я снова здесь, им сложно наслаждаться в одиночку. Отец был прав, нам не следовало уходить. Мы не должны были бы заходить так глубоко. Мы не нужны им там внизу. Как бы я ни старался, болезнь усиливается. Видение становится все хуже. То есть, ну, логично, что цель игры попасть как можно глубже. Только вот вопрос, что там? А? Окей. Давайте двинем в наш мотылек и... было больно чуть-чуть. Чуть-чуть больно. И отправимся, значит, к нашей базе. Мы сможем построить биореактор, многоцелевую комнату и, в принципе... Да, это будет просто топчик. Вот. Спустимся здесь как-нибудь. Блин, цветы прям светятся. Это офигительно. Вернее, я не знаю. Это похоже на... Как называется? Папоротник. Окей. Главное не прыгнуть прямо на мотылёк. Топчик. Под водой светлее, кстати. Я не знаю, мне как-то привычнее, чем бегать в этой игре. Поэтому давайте отправимся домой. И вон туда. 900 метров. Танки пассажира. Реально, постоянно от этого острова что-то отваливается. Под ним пустота. И рифы есть, это замечательно. Поэтому я особо не беспокоюсь по поводу левиафанов. Надеюсь, по крайней мере, что их здесь нет. 60 метров. Так, мы здесь были на глубине. Здесь, кстати, видел титана довольно много. Поэтому нам нужен лазерный резак или рука какая-нибудь, да? То есть, чтобы все это дело разрубать и реально получать очень-очень много классных штук. Тут синий цветок, он светится. Я думал, что это алмазы, но нет. Это что-то еще более интересное, может быть. Лиловый кавалер. Кавалер, да, уже говорить не могу под конец. Лиловый кавалер. Лиловый. К-
краснотарник. Как кустарник, только красный. Его назвали краснотарник. Кто переводил эту игру? Окей. На 175 метрах мы зависаем, пока... Там что-то тоже светится. Да опять вот кавалеры, мать вашу. Прям светится. Окей. Окей. Интересное место, надо запомнить. Нам нужен компас, кстати, сюда, да, чтобы понимать, в каком направлении, где что и находилось, и так далее. Было бы вообще замечательно. Но пока его нет, хотя мы можем его сделать, насколько я понимаю. Не знаю, сколько и чего он стоит. По крайней мере, не помню точно. Вот, и мы вернулись в обычные наши воды. Вон он, риф, прикольный парень. Кстати, его чуть-чуть так по-братски подтолкнем, пятю не дадим. Я надеюсь, что это рука. Вот так. Окей. И мы дома практически. Вот это вот классная штука, я не знаю, она выглядит как торпеда. Оп. Как бы что-нибудь цепануть. Так, давайте сразу, наверное, построим многоцелевую комнату. Я не знаю, правда, можно ли ее воткнуть, типа... Можно ли ее воткнуть просто так, или она должна быть где-то сбоку обязательно? Ага. Ну да, видимо, как с комнатой исследований, та же самая фигня. Так, что ты мне расскажешь? Aurora, this is Sunbeam again. Солнечный луч. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... How many of you... I didn't know. We're now en route to your location. Помощь идет, да? Sunbeam out. Okay. What else can I say? What the fuck? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Переложим эту скрижаль, кстати, сюда. Она, судя по всему, важная и к тому же относится к прошлому. Вот хрен пойми, что-то у Авроры, наверное, произошло. Я, честно говоря, не знаю, но мы выясним чуть позже. Так, у нас недостаточно титана, кстати, для того, чтобы делать все эти замечательные вещи. Кстати, давайте сделаем немножечко водички. Водичка должна быть здесь. Водичка. Отфильтрованная прямо. Первый сорт. Подождите, что у нас здесь? Снаряжение. Пурпурная скрижаль. Мы можем его собрать. Ионный куб, what the fuck? Можем ее снова собрать, чё? Ну, мы ее просканировали, да. Окей, у нас энергия убывает, кстати, и нам бы солнце побольше. Хотя, не, она растет наоборот. Это хорошо. Выпьем воды. Выпьем. Обеззараженная вода. Пусть лежит пока. Так что в воде мы не нуждаемся на данный момент. Я думаю, что этого должно хватить. По крайней мере, надеюсь. Да. Па-па-па-па-па-па. Куда тебя воткнуть? Можем как-нибудь отстроечку от вот этого всей темы, нет? Блин, так здорово, то что и вот камера, которая нам доступна. А, нет, она с другой стороны. А, да! Она прям встроена, как бы, в здание. Это здорово. В постройку саму. Так, я так думаю, что нам придется сделать ответвление какого-либо рода, чтобы у нас была многоцелевая комната. Или мы можем в эту сторону попробовать построить. Ну-ка, это так работает? Давай, скажи мне, что это так работает. О! Топ! Путь второй этаж. Фак! Окей, вот так. Нормально. Сейчас биореактор туда воткнем, у нас будет энергии больше. Топчик же. Давай, ножки поставь. О, бой! Просто топ. Минус 1,25. Согласен. Относись как к своему дому, но не забывай то, что оно домом не является. Замечательная фраза, которую я, пожалуй, проигнорирую, потому что она противоречит сама себе в некотором роде. Далее. Та-та-та-та-та-та. Все философские вещи, если, кстати, вы не заметили, да, они как бы противоречат сами себе, по большому счету. Придает структурную прочность и предотвращает затопление. Это, кстати, переборка. Стоп, это переборка в циклопе, правильно? Нет? А, не внутренние детали. Похоже на, типа, детали циклопа, да? То есть консоль улучшения транспорта, стыковочная шахта. Мы стыковочную шахту строили, нет? Или у нас ее еще нет? Так, ладно, с этим попозже. Биореактор, где ты находишься, биореактор? Хрен пойми, внутренний... А, вот он. Окей, поднимемся наверх. И вот она, наша многоцелевая комната. Давайте выясним... Фак, я постоянно это делаю. Нет, нам теперь...
Почему я нажимаю? О, мой бог. Я клянусь, если бы я не смог отсюда выйти в итоге, да, типа, просто был бы заперт в, одну, в этом месте. А, достроим. Отлично. Просто один клик. Я нажимаю на Q, потому что это привычка у меня с Sea of Thieves. Когда мы еще играли, блин, давно это было, но до сих пор привычка осталась. Очень крепкая. И мы, кстати, можем улучшить наш кислородный баллон, что тоже замечательно. Тем временем, биоректор. Да, мы можем вообще воткнуть. Единственное, что у нас немножечко травы здесь. Дело такое, это же биореактор, правильно, трава? Это био. Окей. Фото-журнал. Спасибо, я веду видео-журнал. Биореактор, что можем туда положить? Переложить? Ууу, он перерабатывает все вообще. Окей. Окей. What the fuck? Как оно работает? О, 650 энергии у нас теперь. Вау. Топчик. Полезная штука. Полезно. А, давайте посмотрим, можем ли мы сделать эту самую соединительную комнату. Туда, куда циклоп сгоняется, и вот это все. Стыковочная шахта. Нет, мы не можем этого сделать. И мы можем улучшить баллон. Кислородный баллон высокой емкости и литий. У нас был литий? Если и был, то его было очень мало. Литий, литий, литий. Не думаю. В общем, да, друзья, я думаю, что на этом моменте мы закончим очередной эпизод Сабнотики. Надеюсь, что вам понравилось. Рубин у нас был, да. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, не забывайте клацать на кнопочку лайка, и серия будет продолжаться. Вот. И у нас тем временем, кстати, сканируются ящики с данными. Найден один. Я думаю, что мы отправимся, поищем все это дело. И хотел бы я еще в вот эту пещеру отправиться, там, где черви плавают. В общем, да, друзья, надеюсь, что вам этот эпизод понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Самое главное, это не болейте, и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем эпизоде Сабнотики. Пока-пока!